Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Игорь, это автосалон ProTuning на улице Российская, 263 в городе Краснодар. Сегодня мы рассмотрим с вами один из самых обсуждаемых автомобилей на сегодняшний день. Это новый китайский автомобиль Li L9. Хочу напомнить, что ProTuning — это автосалон, который может привезти абсолютно любой автомобиль из самого крайнего уголка нашей планеты в Россию в самые короткие сроки. Давайте перейдем к обзору. Во-первых, стоит начать с внешнего вида данного автомобиля. Очень минималистичный дизайн, ничего у нас не выделяется, не конфликтует друг с другом. Обсуждать на самом деле, по крайней мере, в передней части особо нечего, но на самом деле это даже неплохо, это хорошо, потому что автомобиль не нагруженный в плане дизайна и смотрится гораздо более выигрышно, как по мне, в сравнении с другими машинами. Вот этот вот элемент ДХО спереди, который у нас проходит по всей ширине автомобиля, заходит на боковые части, в поворотнике машины тоже очень хорошо смотрится. И основные фары у нас уже выполнены снизу данного автомобиля. Здесь же мы видим встроенный в бампер камеру, которая отвечает у нас за круговой обзор. Перемещаемся далее. На автомобиле установлены 21 колесные диски, окрашенные в черный цвет. И одной особенностью небольшой здесь является то, что у нас в самих колесах имеются пластиковые вставки. Сложно это назвать какими-то колпаками. Это более такой аэродинамический элемент и элемент дизайна. Данных колес очень хорошо смотрится и выигрышно. Вот в этой вот части от конца крыла и в самом зеркале у нас присутствует целых 3 камеры. Отвечают они тоже за круговой обзор и чтобы автомобиль понимал у нас, что происходит вокруг него. Потому что если мы посмотрим на радар, который у нас имеется на крыше, машина понимает все объекты вокруг, автомобили, велосипедистов, мотоциклистов на манер теста. Я думаю, если кто-то видел, как тест определяет, здесь, собственно, есть та же самая функция, очень удобная, чтобы машина понимала, что у нас происходит. И тут же мы видим, что лобовое стекло у нас атермальное, что будет нас защищать от ультрафиолета, который проникает в салон, и благодаря этому будет более комфортно находиться в салоне. Ручки у нас здесь выезжающие, и здесь же мы видим, что у нас имеются выдвижные пороги для более удобной посадки в машину, что очень приятно, когда с завода уже есть такая функция на этой машине. И, кстати, выдвижные пороги доступны практически на любой автомобиль современный. И установить данную систему можно в наших тюнинг-ателье ProTuning по адресу город Краснодар, улица Российская, 313. Обращайтесь. Перемещаемся назад. Здесь мы видим тот же элемент, что и спереди у нас был, только спереди это ДХО, а сзади стоп-сигнал, который тоже проходит по всей ширине автомобиля и заходит на боковые его части. Открываем багажник и видим, что у нас здесь, казалось бы, не слишком много места, но все это из-за того, что у нас здесь имеется 3 ряда сидений. Это стандартная история на всех автомобилях с такой компоновкой. Если мы их сложим, оба этих сидения, то у нас появится гораздо больше места для всех ваших вещей, которые вы будете перевозить с собой. Я думаю, в этом можно быть уверенным на 100%. Плюс у нас по бокам еще есть 2 плафона со светом. Здесь достаточно светло будет ночью. Справа имеется дополнительная зарядка с прикуривателем. Большое количество крючков на стенках этого самого багажника. И в подполе у нас находится комплект дополнительный, переходник для зарядки, еще один комплект для подкачки колес в пути. Очень приятно, когда с завода об этом позаботились. И стандартный набор, то есть буксировочная проушина и знак аварийной остановки. А еще багажник можно регулировать по высоте, благодаря тому, что здесь стоит пневмоподвеска. Он может опускаться еще ниже, если вы решите погрузить что-то тяжелое. В салоне нас встречает отделка из очень красивой кожи, такого ярко-коричневого цвета, которая у нас выполнена по нижней части салона и полностью на дверных картах. А сверху на паркпризе у нас черная гладкая кожа напа, все очень достаточно просто смотрится. Вот те самые простые формы даже повторяются в салоне и в его исполнении, потому что у нас и кожа гладкая, и формы по дизайну салона очень простые, прямые. То есть у нас ничего не перегружено, и все сделано очень легко и приятно на самом деле здесь находиться. Очень удобный руль с большим таким охватом, он очень толстый. Слева у нас находится стандартная
управление мультимедиа-системой и справа управление круиз-контролем. И очень интересно, что у нас нет стандартной приборной панели, которая находится за рулем, а она как бы встроена в этот руль, и она же у нас сенсорная, мы можем управлять самыми необходимыми функциями, которые здесь находятся. И тут у нас показывается самая необходимая информация, это запас хода, зарядка электробатареи, какая выбрана передача и пройденное расстояние на автомобиле. Мультимедиа-система на данном автомобиле, как я считаю, одна из самых лучших, потому что скорость ее работы просто поражает. Даже на той же Tesla, которая, казалось бы, нам всем с очень продвинутой системой мультимедиа работает быстро, эта система гораздо лучше будет, чем на любом другом автомобиле. Отклик просто невероятный, абсолютно все необходимые функции у нас здесь имеются. Навигация на автомобиле, мультимедиа-система, то есть можно включить музыку, посмотреть на камеры кругового обзора, можно менять ракурс на системе кругового обзора. Основные приложения для автомобиля, то есть тут же у нас представлена та же навигация, камера кругового обзора, зеркало заднего вида и различные настройки далее по автомобилю. В отдельном окне у нас выведена глубокая настройка автомобиля, тут большое количество функций, пока это только на английском языке, в скором времени ожидается обновление на другие языки, и можно будет во всем этом спокойно разобраться, а пока что можно пользоваться переводчиком, в этом тоже нет проблемы, и полностью настроить автомобиль под себя. Экран здесь не один, а их тут целых два. Правый предназначен для правого пассажира. Тут у нас представлены большое количество разных фильмов и сериалов. Изначально с завода только китайский сериал, но опять же можно поставить свое приложение, уже известное нам с подпиской на фильмы и сериалы, и можно смотреть переднему пассажиру сериала со второго экрана, который достаточно большой для данной задачи. Перемещаемся чуть ниже. На центральной консоли у нас имеется две беспроводные зарядки для телефона, отдельное место для ключей либо для мелких ваших вещей, два больших подстаканника, большой подлокотник, который очень плавно открывается, в котором внутри находятся еще два разъема Type-C для зарядки ваших устройств. И сзади у нас есть еще два подстаканника для задних пассажиров. И панель у нас непростая, она парящая, то есть снизу у нас есть еще очень много места для хранения всех ваших вещей, которые вы возите с собой. Сиденья здесь, честно говоря, очень удобные. На самом деле я и не ожидал такого. В них у нас присутствует вентиляция, подогревы, большое количество настроек, память по 3 человек и даже массаж. То есть все, что нужно для максимально комфортного передвижения в этих сиденьях уже имеется. И плюс вот такие вот очень приятные подушечки мягкие, на которые можно положить голову, если вы едете в далекой дороге. Перемещаемся на задний ряд автомобиля. Здесь не менее комфортно, чем спереди, потому что у нас нет цельного дивана, как на всех машинах. У нас два отдельных капитанских кресла. Правое кресло у нас имеет в себе еще и атаманку, то есть мы можем поддерживать наши икры, лечь прям практически полностью, чтобы в дальней дороге вам было еще более комфортно. И плюс в них же у нас есть вентиляция, подогрев, те же самые настройки, как и спереди. И плюс еще и тот же самый массаж. Столик для работы в дороге тоже очень удобная функция в автомобиле такого класса. На центральной консоли мы видим, что у нас здесь имеется настройка климат-контроля для задних пассажиров. Снизу у нас есть еще и два разъема USB Type-C для зарядки. И еще чуть ниже находится одна из главных фишек заднего ряда этого автомобиля. Это выезжающий холодильник. Тоже очень полезно в дальнюю дорогу взять с собой любимые напитки прохладительные, чтобы наслаждаться ими всей большой компанией, как раз таки имея три ряда сидений, куда могут залезть много человек. И сзади у нас еще и на третьем ряду есть подогрев в сиденьях и свои подстаканники для третьего ряда пассажиров. А чтобы задним пассажирам тоже не было скучно, об этом позаботились. Здесь у нас есть большой экран потолочный, который выезжает. Управляется он как с сенсора, то есть с экрана. И можно еще управлять им с помощью жестов. Пройти специальную настройку и просто рукой, не вставая с своего сиденья, можно выбирать то, что вам необходимо, посмотреть на данном экране. Под капотом находится бензиновый двигатель. Это рядная четверка с турбиной. И автомобиль выдает 450 лошадиных сил. Как такое возможно? Все это благодаря тому, что машина у нас гибридная, и двигатель внутреннего сгорания предназначен только для того, чтобы подзаряжать батарею автомобиля. И как раз таки тот самый электромотор у нас выдает 450 лошадиных сил, а запас хода у данного автомобиля до 1300 километров всего на одном баке. Это просто какие-то
невообразимая, казалось бы, цифра, но эта машина может на самом деле выполнять данную задачу. Автомобиль, который приковывает от взгляда абсолютно каждого, кто видит его на улице, и это не просто красивая обертка, а машина на самом деле получилась очень достойной и понравится абсолютно каждому, кто увидит ее вживую. Если вы хотите заказать такой же автомобиль, обязательно обращайтесь к нашим менеджерам в наш автосалон ProTuning. Я напоминаю, что мы есть не только в городе Краснодар, но и также в Москве и в Ставрополе. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.